территории города Твери сколько вами совершено преступлений? Два преступления. Грабеж. Когда совершили грабеж и в отношении кого? В отношении мужчины 10 числа. Что похитили у него? Часы и сотовый телефон Samsung и деньги в размере 3000 рублей. Еще какие преступления совершили? Кража дома в поселке Мамулино. Залез в дом, украл снегоуборочную машину и музыкальный инструмент. Похищенные куда-то сдавали? Нет, не успел.